Это ничего, что такая прическа, просто волосы дыбом встают от вещей очевидных. Недавно еще дешевая сотовая связь становится очень дорогой. Все остальное тоже, ну туда, в гору лезет. Естественно, время экономить, только на чем экономить? Стоит ли экономить на собственном автомобиле? Ну, тому, кому фиолетовые свои деньги, пожалуйста, экономьте. Тот, кто желает ездить на машине долго и счастливо, тот за ней, извините говоря, следит. Естественно, у такого хозяина и машина опрятная. Теперь из собственных наблюдений. Почему-то самые чистые автомобили – это такси. Потому что, ну вот они не жалеют ни 100 рублей на техническую мойку, ни 40 рублей на чистку салона. Выводы делайте сами. Можно ли сегодня и сейчас на мойке экономить? Почему нет? Если мыться регулярно. И можно это делать здесь, на химчистке, Московская 5. Магнитогорск разморозило, в смысле вывело из комы. Но не полностью. И это значит, кризис кончился. Раз народу стало наплевать на свои автомобили. И он бросает их где ни попадя. Ничего. Скоро штрафы расставят всех по правилам. Больше всего порадовало то, что холеных и правильных машин становится больше. И в их рядах не только машины из салонов, но и старички. И выглядят они радостнее и приятнее и чище. И вот отсюда-то и поподробнее. Так как же сохранить практически девственную молодость? Ну, естественно, водными процедурами. Естественно, не каждая мойка – это панацея. Особенно, когда хозяин ничего не понимает в автомобиле. Так-то вот. Напоминаем, ведром машину не помыть. Автошампунь – это не стиральный порошок. И тряпка обыкновенная – это не специализированная виходка. Кстати, искусство мыть машину грамотно не прививается в качестве естественных навыков. Ему, как правило, учат. Потому что нацарапанный песком косяк может нахилять и на лихую покраску. Конечно, моек в городе много, но говорить хочется только о трех. И автомойка на химчистке номер один, потому что по сути и была первой профессиональной автомойкой, на которую в свое время записывались, как говорится, в очередь. Сегодня есть и мойки другие, но подход-то у каждого свой. Кто-то в цену включает и затраты на капстроительство, и на понты евроремонта. Здесь, к слову, здание себя давным-давно окупило. Поэтому и цены, и качество, и навыки совершенно другие. Если я правильно понял, то цену в доллар за литр бензина мы воспринимаем вполне спокойно. Так почему же 5 долларов за экспресс-мойку это дорого? И это не технический обмыв пистолетом, это полноценная мойка с шампунем. И вам остается только ласково обтереть замшей своего любимого коника. Кстати, здесь, естественно, есть и халява в виде 10-й мойки. Но суть вопроса немного в другом. Комбик становится из года в год чище и краше, однако это металлургическое производство. Если машину и не мыть, то либо красить, либо полировать. Что в некоторых случаях практически одно и то же. Да что это мы про внешний вид? Есть еще и внутренний мир, часто пыльного и замученного автомобиля. Регулярная уборка салона, и это в Магнитогорске, тоже лучше делать пару раз в месяц. Грязь у нас, извините, черного цвета, кока-кола бордового, кетчуп от шаурмы красного. Вывод – химчистка. Опять же, здесь. Кстати, если до химчистки дело не доводить, то раз-два в месяц 10 баксов, то есть 300 рублей, и машина как новая. И мы вроде должны научиться жить как нормальные цивилизованные люди. То есть весь город, чистый город, может быть еще и краше, если машины в нем мытые. Стоит ли мыть машину постоянно на речке? Нет, конечно, не стоит. Потому что из собственного опыта я вам скажу, что машину вы можете промыть качественно только 200 литрами проточной воды. Естественно, здесь с помощью специальных устройств расход воды, конечно, поменьше и качество мытья выше. Потому что, ну, согласитесь, высоким напором сбивается грязь, а затем уже ручками, ну, либо бесконтактно, все доводится до ума. И в результате машина чистая. Конечно, хотелось бы, чтобы россияне, ну, магнитогорцы, были бы еще и самыми опрятными. И хотя бы раз в две недели, либо раз в месяц проводили химчистку, либо чистку салона, пылесосили коврики и все остальное. И тогда, поверьте мне, на выходе, ну, в случае чего, машина это все-таки небольшой коробочек с деньгами, вы можете этот коробочек сделать чуть-чуть больше. Потому что всегда приятно купить чистую машину.